Президент Дональд Трамп подписал в Вашингтоне указ, согласно которому США признают суверенитет Израиля над голландскими высотами, сообщает НТД ТВ. Израильтяне захватили эту территорию в 1967 году в ходе шестидневной войны. Ранее она принадлежала Сирии. ООН юрисдикцию Израиля не признают. Дональд Трамп сказал, что он делает исторический шаг, чтобы помочь Израилю защищать себя и создать действительно мощную и сильную национальную оборону, которую они заслуживают. В районе Голландских высот находится около 30 израильских поселений, в которых живет примерно 20 тысяч человек. Турция сообщила, что будет оспаривать о решении США в ООН.